улица Светлицкого, 30/20А. Девятиэтажный дом, построенный в 1974 году по чешскому проекту. Материал стен – утепленная панель. Четыре имеющихся входа в парадное поддерживаются в хорошем состоянии. Стальные входные двери оснащены домофонами и контролируются консьержами. Непосредственно в доме находятся магазин, ломбард и аптека. Во дворе есть большая детская площадка, а рядом расположен бювет с источником родниковой воды. Возле дома расположено отделение новой почты. Неподалеку имеются садики и школы. Совсем рядом находится множество таких объектов инфраструктуры, как магазины, торговый рынок, детская поликлиника и многое другое. Дом находится в хорошем состоянии.